Столько лет прошло, а до сих пор не извинились. Валентина Матвиенко заявила, что США должны попросить прощения за Хиросиму и Нагасаки. Председатель Совета Федерации сейчас находится в Японии, и она прилетела из Токио в Нагасаки, где посетила музей атомной бомбардировки и русское кладбище в этом городе. Трудно давать советы властям Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что, конечно же, нужны извинения, но никакие извинения никогда в истории не смогут загладить вину этой страны, использовавшей атомные бомбы против мирных городов, против мирного населения. Это своего рода, знаете, было похоже на испытание ядерного оружия на живых людях, хотя известны были последствия.